Здравствуйте, дорогие друзья. Говорят мудрецы, если ты жив, то у тебя есть миссия на этой земле. Если ты находишься здесь, значит, ты еще что-то можешь и имеешь возможность сделать. Именно для этого нам дается право, возможность проснуться утром. И иногда видим, а чаще нет, нам посылаются разные каждый день, если обращаете внимание, маленькие чудеса, маленькие спасения. Каждый из нас время от времени удостаивается спасения. У нас случаются просветления какие-то, какое-то чудо, как маленькое. Почти каждый день есть такие нюансы. В такой момент мы обязаны остановиться, говорят мудрецы, и задать себе вопрос, ради чего Творец совершил это спасение, с какой целью Он даровал нам свет? Только ради продолжения материальной жизни? Или, может быть, нам все же надо использовать спасение, чтобы добиться духовного, в первую очередь, успеха? Конечно, спасение действительно нужно использовать для духовного. Но главное написано, это надо еще и учиться благодарности. Чувства, они как мышцы, да? Тренируешь, развиваются. И Тора нам это объясняет в недельной главе нашей. Не войдет аммонитянин и моавитянин в общину Бога. Рассказывал рабби Карл Штейн, что относительно Амона и Моава, Тора сказала так, потому что запрещено с ними вступать в брак навечно, что они не встретили нас хлебом и водой при выходе из Египта. А почему они должны были это делать? Поясняет Рамбан, аммонитяне и моавитяне – это потомки Лота. А Лот спасен был в заслугу Авраама. Если так, они должны быть благодарны. А поскольку не проявили благодарность, то их качества плохие. И потому не войдут в общину Господа навечно. Вот так, неблагодарным нет места в общине ни здесь, ни там. И такой секрет открывает нам Тора. Человек должен ежедневно проверять себя на благодарность. Не упустил ли он, к примеру, возможность поблагодарить? Кого? Всех. От Бога до членов семьи, там, водителя такси, да, я не знаю, кого-нибудь. Подумаем, сколько мы должны нашим близким, друзьям, родственникам. Это кажется, что человек одинокий там, в этом мире. Как что хочу, то и делаю. Нет, мы находимся в обществе, получаем разные блага с утра до вечера. Как мы должны остерегаться того, чтобы быть неблагодарными? Мудрецы говорят, что это самое страшное. Кстати, проблема в том обычно, что человеку чужому мы еще можем сказать благодарность. Обычно это нормально. А что касается близких, то мы это часто забываем. И главный секрет, главный, это благодарность Творцу мира. Довольно часто преуспевающим там каким-то людям, бизнесменам задают вопрос, в чем секрет успеха? Некоторые говорят, работа тяжелая, другие говорят, полученное образование, кому-то повезло, какие-то причины. Но Тора открывает нам, и в Торе есть все. Кто был на первом? Иосиф был первым добившимся успеха, которым мы читаем в Торе, что написано, и был Господь с Иосифом, был он мужем, делам успешным. Бог сказал, что он был успешным. Понимаете? А в чем заключалось? В тюрьме, во все. Он был самый, все. Бог дал благоволение. А почему? В чем секрет успеха? Ответ простой. Имя Всевышнего было всегда... Когда человек знает, что все достижения благодаря Богу, благодаря с Божьей помощью, слава Богу и так далее. Если он что-то планирует сделать, он знает, что это произойдет только если Всевышний захочет. Такому человеку Бог посылает свое благословение, чтобы удача сопутствовала его во всех делах. И в этом написано, кроется главный успех. Секрет, точнее, успеха. И надо это помнить, особенно вот сейчас, в дни Элуля. Важно оторвать взгляд от земли и посмотреть на небо, подумать о душе. Короткую в конце притчу. Как-то раз из окна своего дома, откуда видна там рыночная площадь, рабби Нахман заметил одного из своих учеников. Тот бежал быстро куда-то. Тот позвал его, говорит, успел ли ты сегодня утром взглянуть на небо? Нет, рабби, у меня не было времени, говорит, я бегу там. Он говорит, поверь мне, через 50 лет... И через 100 лет все, что ты здесь увидишь, исчезнет. Тут будет другая ярмарка, другие лошади, с другими телегами. И люди будут другие. И меня уже не будет здесь, и тебя тоже. Что же здесь такого важного здесь, что нет времени взглянуть на небо? Нам надо взглянуть на небо, и может быть многое поменяется. Остановиться вот в этом бесконечном беге. Вздохнуть, набрать воздуха, да, посмотреть на небо и вдуматься в том, что происходит с нами, куда мы идем и что с нами будет. Браха ве ацлаха.